Помогать нуждающимся – дело не только полезное, но и приятное. Благотворительный фонд «Инсан» при спонсорстве детского гипермаркета «Роддом» сделали подарок многодетной нуждающейся матери-одиночке. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Ажа Георгиева – мать-одиночка. Воспитывает 4 детей, среди которых один имеет инвалидность. Живет в скромной съемной квартире. Девушка не имеет постоянного заработка ввиду того, что за детьми нужен постоянный присмотр. Сегодня ей посчастливилось получить подарочную детскую кроватку. Я даже не поверила, когда мне позвонили, что хотят мне привезти кроватку. И не думала, что тем более новая будет кроватка. Я очень обрадовалась и очень благодарю тех, кто мне подарили этот кроватку. Дай Аллах всем здоровья, и чтобы ничей ребенок вот так не болел. А предназначается это вашему младшему? Младшему предназначается. Он давно у меня не спал на кроватке. Порадовать матери-одиночек таким образом инициатива недавно открывшегося торгового центра «Роддом». Они намерены и дальше помогать малоимущим. Мы очень рады, что малышам кроватка понравилась. Надеемся, что детки вырастут сильными, здоровыми, на радость всем. Мы и в дальнейшем будем оказывать содействие благотворительным фондам малоимущим семьям. А наша задача в большей степени осчастливить больше деток и их мам. Ажа Георгиева – подопечная «Инсан». Благотворительный фонд не единожды помогал девушке в сложных жизненных ситуациях. По словам Ажи, ее периодически снабжают продуктами. Кроме того, помогают собирать и денежные средства для прохождения реабилитации ребенка с опасным заболеванием гидроцефалией. К нам поступила заявка о том, что один из торговых центров хочет вручить детскую кроватку. Мы как бы отобрали список, и она оказалась одной из крайне нуждающихся и которые необходимы этой кроватке, и именно поэтому и было выбрано. Хочется поблагодарить торговый дом, который принимает участие в таких благотворительных акциях. На самом деле помощь она не бывает маленькой, и если каждый будет понимать и принимать участие в таких социальных вопросах, решать проблемы наших людей будет легче и быстрее. Благотворительные фонды «Инсан» и детский гипермаркет «Роддом» планируют и дальше сотрудничать. В перспективе много совместных акций, которые позволят помочь нуждающимся дагестанским семьям. Патимат Ханапова, Салманги Тихмаев, новости ННТ, Махачкала.